Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Game. И с вами я, Аски888, собственно, и это прохождение Don't Starve, Царство Гигантов. Зима в разгаре в самом, и мы стараемся по-прежнему выжить. Собственно, игра сделана для того, чтобы в ней выживать. Или вернее, она сделана для того, чтобы вас убить, чтобы вы не смогли в ней выжить. Вообще, вот как-то так. Но пока что более-менее в этот раз нам удается. Здесь как-то более-менее... Хотя я говорил, уже более-менее, но неважно. Суть в том, что мы боремся за свою жизнь активно. Так. И сейчас это делаем на болотах. Что, кстати, может сплочевно закончиться. Что зимой болото это тоже... То еще место. Не для вечерних прогулок. Да, у меня есть мясо, которое стоит съесть. И тут есть камыш, который стоит собрать. Так, Честера, если убьет, это тоже будет плохо, поэтому, Честер, беги нафиг. Я бы не хотел, чтобы ты погибал. Глупо, Честер, говорю, беги за мной. Тупая собака, а? Непослушный. Ну иди сюда, говорю. Да, это, походу, полуостров. Оу. Я начинаю мерзнуть, это вообще плохо. Здесь нормально нигде встать-то не смогу. Тут еще домик этот полуразрушенный, где эти непонятные животные живут. Ой, Честер, Честер, Честер. Честер должен жить. Пингвины, вон, пингвины, схлестнитесь. В неравном бою. Нам это не надо. Ну так отогреемся. Так, да, пингвины, деритесь. Оу, пингвины прям кидаются. Гибнут. О, нифига себе гибнут. Опасные ребята пингвины, я смотрю. Они тупо выхлестнули. Так, они гибнут, ну как лемминги прут. О, мясо выпало. Давайте тогда уж разбирайтесь. Ну, что вы-то вот как-то быстро положили. О, отлично. Чуваки, респект. Оу. Ты чё, мясо сожрал моё? Ах ты скотина, они всё посожрали, или чё? Чёрт. Ну ладно, хоть дубинку дали. Так, которую я нифига не в Честера положил. Всё, отлично. Бежим дальше. И да, они опять полезли, эти фиговины. Сейчас, по идее, опять полнолуние. Да, полнолуние, поэтому можно... Оу. Бежать, особо не таясь. Грибы лезут. Ну и флаг им в руки. Так. Да, это полуостров очередной. Воу. Еще пингвины вступили в неравный бой. Неравно он, походу, для этих болотных чудищ. Чтоб пингвины, походу, так неплохо справляются. Своей толпой. Как эти берсеркеры кидаются в атаку, пофиг на жизнь. А-ха-ха-ха-ха. Но мы-то не такие, Честер, давай сваливать. Да. Грибочки. О. Ну, в нужном месте, конечно, чекпоинт. Чтоб наверняка потом тапки склеить. Ну ладно. Есть и есть. Чекпоинтов я кучу посетил. Главное не умирать. И тогда я точно дольше проживу. Так, идем в эту сторону. Тут вроде еще что-то. Так, пауки. Пауканы. Так, пауканов надо бы того самого. Ой-ой-ой, как они меня дамажат. Неплохо так, я же без доспехов. Ну да ладно. Победили. И это хорошо. Так, паутинка. Паутинку некуда девать, поэтому ладно. Буду сам таскать. Пошли, Честер. Я еще Честера превращу все-таки в темного Честера, но это, думаю, совсем не сейчас. Так, ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да ну нафиг. Черта. Тут зазеваешься и это. Долго не проживешь. Так, отлечимся, потому что я не хочу глупо умирать. И убегаем нафиг с болота с этого.
да, тем более мерзну. И где выход? А выход еще не скоро. Что плохо. Блин, паутинку не собрал. Ну, не будем рисковать. Ради одной паутинки. Это как бы того совсем не стоит. Камыш вот соберем. Почему нет? Я все-таки планирую активно поиспользовать. Так, пауки, пауки. Бегут на перерез. Да, это полуостров. Определенно. Тоже нет никаких сомнений. Ага. Отлично. Сюда тогда. Я почти выбрался. Надо уже скорее выбираться. А-а-а, начинаю мерзнуть. Фак. Отогреваемся. Кто там бегает? А-а-а, енота-котик. Сейчас мы к тебе, енота-котик, придем. Так, 11, 12. Давай градусы набирай. Да-да-да. Ну ладно. Отогрелись, можно сказать. Поэтому побежали дальше. Так, болото я походу открыл. Отлично. Пойдем дальше смотреть неизведанные места. За зиму я планирую как можно больше всего пооткрыть. Так, цветочки, цветочки. Пособираем, почему нет. Еще дикий кабан. Дикий свин. Нафиг гибни. Да чтоб тебя... Дерется он еще. Так, что у нас тут? Тут у нас... Да, сюда надо идти. Так, механизмы. Так, енота-кошак. Иди сюда. Пока. Еще енота-кот. Эк. Он, по-моему, где-то здесь еще внизу бегал. Или мне кажется. Так, эту хибарку разрушить-то можно как-нибудь? Топор? Не? Можно. Хорошо. Эти домики, наверное, можно около себя строить. Что-то мне подсказывает. Надо будет посмотреть. Иди сюда, кошарка. Так, мне бы еще одного. Так, я опять мерзну. Печаль. Так, тут механизм. С которым мне пока что не сподручно драться. И куча пингвинов. Сплошной пингвин-пати. Окей. Так, ладно. Что я хочу? Хочу я выйти отсюда лучше. Для этого мне надо залезть вот в это, да? Или туда? Куда-то надо залезть, определенно. Ты еще сбичевавшийся. Вы что в домах-то не живете? Бичуете и все. А вот и кошара. Енотовский кот. Иди сюда. Все отлично. Еще на похлебочку насобирали. И давайте на базу сбегаем. Так, до базы далековато так-то. Ну ладно. Что теперь делать? А, еще механизмы. Ну и фиг с ними. Так, давай костерок. Постоим, погреемся, подумаем. Так, я не помню. То ли в этот? Нет, наверное, в тот все-таки. Тут мы залазим, тогда там вылазим. Явно в тот подальше, который. Здесь-то нифига, наверное. Здесь я перемещусь, походу, туда. Да, так и есть. Если я ничего не путаю. Что вполне себе может быть. Ну, давай отогревайся. Побыстрее уже. И мы побежим на базу. Скинем все, что мы добыли. Попробуем свиных этих домиков построить. Вот что я думаю. Никогда этой идеи не озадачивался, а тут что-то решил. Почему бы и нет? Может быть, енотиковые домики удастся построить? Енотокотовский. А может и нет. Так, куча льда. По идее, после зимы нас там еще должно ожидать какое-то мега жаркое лето. Есть такое есть. По идее, должно быть.
Камушек нужен, нужен. Берем камушек тогда. Так, деревья у меня опять. А, о, чуть не пробежал. В этом в недостатке, хотел сказать, уже в избытке. Как раз деревьями-то избытка и нет. Окей. И да, трава. Трава. Травишка. Травишка — это хорошо. Травы у меня мало. И да, база вверху. Угу. О, тут этот живет. Как его там, морж? Ой-ой. Фак-фак-фак. Одеваем броню. Идем в атаку. Да иди сюда, гад. Так, он от меня убегает. Молодец, чё. Иди, говорю, сюда. Все. Отпрыгался, отбегался. Так. Так. Ой. Ой, меня заморозило. Жесть. Эй, выбирайся. Так, зубы. Все отлично. Расправился с негодяями. Так, не я бы на них напал, так они бы на меня. Поэтому все по-честному. Так, окей, мороз, мороз, не морозь меня. Все, готовь эту фигню. И да. Давайте смотреть. Сюда мы убираем вот эту штуку. А, клычки сюда. Паутину. Наверное, сюда все-таки. Тут у нас нет паутины. Тут у нас есть камыш. Камыш к камышу. Окей. Мясо не нужно пока есть. Так, все это есть. Хорошо. Так, у тебя чего тут? Камни, дрова, золото. Ага. Так, дрова здесь, камни здесь. Почему-то в разнобой. Ну ладно. Дрова здесь. Давай туды. Камни туды. Ой, блин, тухнет огонечек. Так, ладно, еще надо будет леса нарубить. Из первостепенных... Первостепенных задач. Короче, нужно это сделать. Скажем так, проще. И да, как строятся... конструкция. Свиные домики. Дом свина. 3 камня, 4 доски, 4 этих. Так, доски. Хвостики. Где хвостики? Да, вот они, хвостики. И камни нужны. Камни. Отлично. И где они там? Конструкция. Стена из травы. Офигевшая конструкция, конечно, чё нет. Дом свина. Так, дом свина, хижина зайца, птичья клетка, брусчатка. Чё ещё тут? Паркет. Ковер. Папоротник. Так, это декоративная штука. Это там пока не нужна. Еще какая-то фигня. Ладно. Так, паркет. Нет, не паркет. Где домик свина? Хм, куда тебя только воткнуть, домик свина? Свинки, свинки. Давайте думать. Наверное, где-то рядом. Тут я их буду селить. Все, живи. Живи и размножайся. Так, надо еще дров. О! Твоя должен уходить от меня. Нет, твоя должен вкалывать на нас. Иди сюда. Ты! Стал он там удивленный. Иди сюда, говорю. Все. Я иди за тобой. Давай, шуруй. Нам с тобой надо леса повырубить. А, в принципе, вот наш лес, который тут подрос.
Ага, тут три дерева в дворе, да? Пошли тогда. Топай за мной. Так, едим мясо. Давай, шкандыбай, чё уж. Сейчас мы дров нарубим. Еще, наверное, домика там два. Что-нибудь такое построим. Как-то бросим мясо. Оно все равно испорченное уже. Так, иглу. Иглу надо... А, он ест мясо! Вот скотина прожорливая. Еще бы он не мутировал. А то они, если мясо переедают, мутируют. Что будет совсем печально. Нафиг не свинья, а мутант. Так, давай рубить. Так, конструкция. А, дом свина. 4 доски. Это 12 бревен. Надо 2 стака дерева, как минимум. Да, не быстро. Хотя бы 3 домика свиней поставить. Уже как-то поинтереснее будет. Ну, руби. Вкалывай, поросенок. Так, чтоб тебе подобных понастроить домиков. Так, нафиг эта шишка? Только место в инвентаре занимает. Так, свин не может остановиться. В принципе, молодец. Пускай вкалывает. Еще зря его пёр с собой. Рубим. Давай, паши, свинюка. Так, мне еще камней банально может не хватить. Вот о чем я не подумал. Так, я уже дышу паром. Окей. Итак, один стак готов. Да. Давай, чувак, рубим быстрее лес. Ну, помогай, что ли, встал. Все, что ли, прошла любовь, завяли помидоры. Любит он друга. Ну, ты. Стал он там удивленный. Пипец. С тобой каши не сваришь, слушай. Свина рыл. Тык. Ну, думаю, ладно. Все, нафиг, валим. По дороге еще он что-нибудь срубим. У меня тут бревно не подобранное. Еще бревно, еще. Все, он тут тусоваться, жить остался, что ли. Нафиг я тебе дом построил, если ты сюда пришел бичевать. Глупое животное. Тик. Окей. Ладно, я думаю, у меня более-менее достаточно. Давайте делать доски. Где они там? Доски эти. Материалы. Раз. 3. 4. Все, бежим. Траву по-прежнему собираем. Она по-прежнему нужна. Травишка. Как-то она удивительно быстро расходуется. А, опять мороз. Так, окей, конструкция. Еще свиной домик. Сюда. Вторая свинюка. И да, что там еще надо? Конструкция. 2 камня, 4 этих. Угу. Раз, два, раз, два, 3, 4. Все супер. И конструкция. Еще один домик свина, мы его сюда. Все.
свинки теперь рядом с нами тусят, живут. Так, зима. Зима, ты думаешь кончаться? Вот что я тут подумал. Было бы неплохо, если бы ты кончилась. Потому что у меня уже продукты потихо-то кончаются. Бифл они, по-моему, там так быстро не плодятся, как я их истребляю. Так, ладно, пятачки убираем это все. Я тут доделал, что хотел. И да. Так, надо еще дровишек подкинуть. Так, поесть, поесть, поесть. А, давайте поедим. Окей, где еще не был? Тут в камнях можно пошариться, но смысла нет. Надо пойти в подземелье идти. Но это позже. Тут я побывал. Теперь вот в этот порт туда. Ну, для начала надо еще выходить на бифла поохотиться. Давайте, наверное, пойдем искать их. Застанем их спящими. Найдем какую-нибудь бифлку. Потому что еда, да, она как-то имеет свойство кончаться. Тем более такая, которая нужна постоянно мне. Это именно мясо. И заодно траву пособираю. Вот что. Так, ну кто тут точно гадит? Наверное, это все-таки бифала. Тут больше некому. Или это еще след осталось? До сих пор мухи летают. Так, маленький растет. Растет миско. Я подмерзаю. Блин, пробежал насквозь. А тут бифала нету. И это печалит. Только пару маленьких. Мне надо искать срочный биом с бифала еще один. Да нафиг. Так. Ты это не мерзни? А, страфь. Так, стой. Тоже мне придумал. Чувак мерзнуть. Чувиха, вернее, даже, да? Так, дрыхнет бифала. Сейчас он проснется, поэтому... А, доспех. И еще доспех. Как-то так. Отогреваемся по максимуму. И валим. Так, давайте его вытолкаем, пока он спит. Иди сюда. Блин, не удалось. Иди нафиг, спящий. Окей. Так, их тут довольно много. Так, что весьма скверно скажется на моей продолжительности жизни. Так, давайте хотя бы одного цепанем. Да, конечно, одного. Валить нафиг. Так, окей. Ладно. Думаю... Да нафиг ты в него дудишь. О, высиживает яйца там. Так, я могу, по идее, еще одного мамонта выследить. Нужно ли это? Ну, давайте попробуем. Не удастся, так не удастся. Блин. И где? Так, я рядом совсем с базой. Нафиг, полыхай, кострище. Все, отогрелось. Набирай температурку. Блин, а мне не с чем на него охотиться. Это надо сделать какие-нибудь дротики или еще что-то. Усыпляющие, да? Это нужен папирус, по идее. Нет, ладно. У меня, в принципе, толстовка есть, не буду на него охотиться. Давайте еще траву пособираю. Ладно, этот мамонт пусть живет, где-то бегает, растет. Потом до тебя доберемся, товарищи. И травы.
травы пособирали. И давайте, наверное, приготовим наше мясо. Посмотрим, как там мясо в холодильнике. Что мой запас на всякий случай. Как-то тут нормально. Ладно, тогда давайте на этом пока что закончим. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, если вам понравилось. И увидимся уже в следующих сериях. Всем всего хорошего. Пока-пока.